Ну, а прямо зараз час вже снідати разом з нами. Якщо ви віддаєте перевагу легкій страві, наприклад, овочевому салату, тоді сьогоднішній рецепт від Олексія Суханова вам точно сподобається. Олексій, він майстер на всі руки і просто зараз і розкаже, і покаже, які ще є варіанти страви з овочами, окрім звичайного салату. Дивіться. Вітаю вас! Це найсмачніша ранкова рубрика країни. Сегодня мы готовим рулет из лаваша с овощной начинкой и главным ингредиентом – икрой мойвы. Ну что ж, приступим и начнем с яиц. Для этого мне необходимо разделить желток от белка. Отделить их. Желтки мы нарезаем кубиками. Вот сюда. Берем огурец. Молодец. Тоже нарезаем мелкими кубиками. Так, петрушечка. Берем петрушку. Тоже меленько-меленько. Насколько можно. Ой, смотрите, как мелко получилось. Так, пекинская капустка. Ее следует нашинковать тоже максимально мелко. Давайте, хватит. Конечно. А то потом язык ты не почувствует, что там капуста. Теперь берем помидорку. Вот, кстати, я вам рекомендую взять помидоры твердых таких сортов. Ее мы тоже нарезаем мелкими кубиками. В общую миску-то не отправляем. Не отправляем. Мы для помидорок приготовили отдельную. Ну, так, чтобы они, знаете, цветом не менялись, соком не обменивались. Потом мы организуем их встречу. Так, пока в стороночку наши помидорки. Ну что ж, вот в этой миске у нас есть уже желтки, огурцы, пекинская капуста. И теперь нам необходимо положить туда наш основной ингредиент – икру мойвы, предоставленную торговой маркой «Водный мир». Не жалейте ее, пожалуйста. Белая икра, икра мойвы в частности, не уступает своим питательным свойствам той же черной икре. Дорогущей и совершенно, можно сказать, недоступной пока, к сожалению. Так. Теперь кладем еще сливочный сыр и перемешиваем содержимое нашей миски. Так, ну что, пока отставляем мисочку, разворачиваем лавашик наш. Так, намазываем лаваш начинкой равномерненько, распределяя по всей поверхности. И полосочкой, вот полосочкой я вот так вот посерединке, вот так вот помидорки. И вот теперь, прежде чем мы будем заворачивать, я вот вам рекомендую вот так вот завернуть уголочки сначала, да? А теперь мы заворачиваем рулетиком. Так, вот берем тарелочку такую и выкладываем наш рулет. Приятного аппетита и хорошего настроения вместе с торговой маркой «Водный мир». Морепродукты «Водный мир», коли корисне, так и смачнюще. Гарного дня и до зустрічі!